Всем добрый день, меня зовут Анна Гусарова, да, я актриса театра и кино, я работаю в Театре наций, также я театральный режиссер, кастинг-директор, также я являюсь педагогом и куратором программы, основной программы Московской школы кино, киноактер. Я с радостью вам представляю новую программу «Актерская игра для подростков». Это новая программа, мы только ее запускаем. Она рассчитана, это основная программа, сейчас буду говорить сначала про основную программу, она рассчитана на 8 месяцев. Участники, студенты 12-15 лет. По расписанию это 2 дня в неделю, 1 будний день ближе к вечеру и 1 выходной день. Сейчас, секунду, извините. Анна Гусарова — это я куратор этого курса, я уже представилась. Это мои коллеги, педагоги, да, все педагоги на курсе, сейчас, секунду, все педагоги на курсе — это профессионалы из индустрии театра и кино. Иван Остигнеев, хореограф, режиссер современного театра, режиссер и хореограф, опять же, Гоголь-центра и постановщик всевозможных танцев, и сам актер, танцор и так далее. Он отвечает у нас за такое направление, как движение и танец. Виктория Сит — это молодая начинающая актриса, выпускница Московской школы кино. Недавно, с радостью, недавно Виктория снялась в эпизоде в фильме Люка Бессона «Анна». Поэтому мы прям очень гордимся. Виктория давно работает с начинающими актерами, да, на съемочной площадке, умеет объяснить очень доходчиво все, что касается камеры съемочного кинопроизводства. Анна Шевердян — это музыкальный руководитель Театра нации, педагог по вокалу из ГИТИСа. Ее направление — работа с голосом, работа с дыханием, работа с техникой речи, работа ритма, с ритмом и знакомство с музыкой, да, как с видом искусства, приобретение навыков, как слушать музыку, какую музыку, как она устроена. Да, Егор Ковалев — это молодой начинающий актер, недавнешний выпускник ВГИКа, уже много работал, опять же, с начинающими актерами, но на сцене, в театральном, да, пространстве. Много семинаров прошел, много всевозможных коротких интенсивов. И я, который курирует и который также преподает актерское мастерство и в кино, и в театре. Это я вам представила свою команду, да, нашу команду. Давайте дальше. Это задачи курса. Я расскажу про задачи курса. У нас основные 4 задачи, помимо много-много всевозможных, опять же, моментов есть. Но первая задача, которую хотелось бы озвучить, это поступление в вузы. И не только в киновузы, и не только в театральные вузы на актерский факультет, да, а именно еще подготовка к такому мучительным гонкам, да, вступительных испытаний, когда требуются навыки самопрезентации, навыки коммуникации, навыки умения преодолеть страх и публичного выступления. Да, и вот это одна из основных задач, на самом деле, через актерскую игру, через актерские тренинги, да, натренировать, прокачать, да, всевозможные навыки внимания, памяти, уверенности в себе, да, познакомиться со своими эмоциями, познакомиться с импровизацией на сцене, импровизацией диалога, да, познакомиться с построением и структурой текста и умением собственного выступления, да, построить, скомпоновать правильно и не бояться выступать, не бояться защищать свои идеи. Следующая задача, которую мне хотелось бы озвучить, она одна тоже из главнейших, это познакомить именно с актерской профессией через игры, через тренинги, через большое количество проектов, скажем так, творческих, да, это и киносъемки, и видеосъемки, и фотосъемки, это работа на сцене, подготовки к перформансу, да, проработка каких-то сцен, проработка пластических этюдов, музыкальных номеров и так далее. То есть сегодня профессия актер, она такая синтетическая, она требует большое количество знаний, большое количество умений,
Поэтому мы предлагаем вместе с нами, да, быть вам в помощь, проводниками, предоставить вам всевозможные инструменты и провести в мир закулисье, в мир актерской профессии. Да, а следующая задача, которая очень важна, нам кажется, это привить и воспитать, и развить навыки креативности, эксперимента, не бояться экспериментировать, не бояться сочинять, не бояться фантазировать, не бояться своих идей, уметь их отстоять, уметь их презентовать, уметь их создать, да, довести до конца, и умение выйти с публикой со своим продуктом, со своей идеей. Да, это может быть в виде монолога, это может быть в виде этюда, сцены, это может быть в виде собственного небольшого видео кино, да, киноформата, извините. Да, также одна из задач курса — это не просто рассказать, а именно практически окунуться, практически познакомиться с кинопроизводством и с театральным закулисьем, да, устройством театра, как происходит, какие этапы происходят подготовки к спектакле. И не просто рассказать, а именно пройти, да, то есть подготовиться к перформансу, подготовиться, придумать, прорепетировать, подготовить костюмы, гримы и так далее. То есть пройти все этапы, да, какие проходит актер, когда он готовится к роли и в театре, да, в спектакле, в перформансе, и то же самое на съемочной площадке. То есть запланировано у нас несколько посещений съемочной площадки в павильоне, да, чтобы участники, студенты могли увидеть, задать вопросы, посмотреть, как это все происходит. Это вот основные четыре задачи. Программа построена из 6 модулей. Каждый модуль... Ой-ой-ой, простите. Каждый модуль направлен на более подробную проработку того или иного вида искусства, с которым соприкасается актер. Да, вот, например, есть такая тема «Голливудские киноактеры 30-40-х годов». Эта тема позволяет познакомиться поближе с кинопроизводством, попробовать себя в виде голливудских звезд, да, поработать с фотографом, поработать на камеру, посмотреть фильмы, проанализировать эти фильмы. Да, то есть помимо изучения самой темы, это я дальше уже, помимо изучения самой темы, внутри каждого модуля, также обязательно присутствуют тренинги, проработки, проработки именно актерских навыков и на сцене, и на камеру, и работа с голосом, и с дыханием, да, и проработка физических всяких особенностей, зажимов, танца, через танец, через движение, через физический театр. Да, также в каждом модуле мы планируем семинары, лекции по поводу литературы, на тему литературы, то есть как устроено литературное произведение, жанры, герои, антигерои, препятствия, теория драматургии, чтобы слушатели, чтобы студенты через литературу могли построить, уметь построить свое выступление, да, понимали, как это все строится. И также логика речи, да, правильное умение построить фразу, правильно донести мысль, да, то есть все инструменты сценической речи, логики речи, вот это у нас есть отдельное занятие, которое направлено именно на подготовку, да, к такому там, самопрезентации, презентации своего проекта. Также внутри каждого модуля обязательно тренинги, связанные с речью, я сказала, с дыханием и с пластикой. И очень бы еще не хотелось, а мы планируем, и уже есть много-много интересных предложений, это познакомиться с цирковым видом искусства, да, потому что сегодня современный театр и потребности этой индустрии, современного театра, требуют от актера большого количества навыков. И не только умение правильно говорить, дышать, двигаться, да, но иногда владеть такими жанрами, как лунада, и владеть хорошей ритмикой, да, и балансировкой. Поэтому одну тему мы хотим посвятить цирку и посмотреть, что же актер может и должен, на самом деле, питать из этого вида искусства. Что ждет на самом курсе? Ну, тут я уже сказала о том, что программа построена в модуле, что каждый модуль в себя включает практические занятия, тренинги, и с вниманием, с волей, с эмоциями, с голосом и
с делом. Также всякие лекции, просмотры. Помимо основной команды педагогов, планируем приглашать мастеров делать мастер-классы с другими представителями кино и театральной индустрии. Да, просмотры фильмов, обсуждение фильмов, просмотры спектаклей, да, какие-то отдельные проработки тем, например, как озвучание, дубляж, да, и практические, и такие вводные лекции. Также внутри каждого модуля это, естественно, практическая работа, это проработка этюдов, сцен, монологов, диалогов в разном формате, киноформате, формате сцены. И каждый модуль заканчивается обязательным показом, перформансом разноформатным. Этот перформанс может быть как и в видеоформате, да, и в сценическом формате, и в аудиоформате. И также в конце года, в конце всей программы мы подводим итоги, собираем лучшие работы, лучшие проекты за всю программу, да, собираем это в некий многоформатный перформанс. То есть эта работа должна быть показана, потому что, да, это важно, чтобы студенты выходили на зрителя и имели такую возможность, да, приучить себя именно практически преодолевать страхи и защищаться, защищать свои проекты, да, выступать и так далее. Весь курс происходит на базе Московской школы кино, да, ресурсной базе. Это актерская, ну, как бы актерская оборудованная студия, это фотостудия, это павильон, это кинозал. Да, то есть все, что есть в Московской школе кино, все это предоставлено для студентов для занятия. Как поступить? Заполнить анкету и прийти в школу.